этом году компании Мострансавто исполняется 95 лет. Почти целый век водители этого предприятия помогают жителям Москвы и Подмосковья быстро добраться до нужного им места. Сотрудники химкинского отделения организовали круглый стол, чтобы выдвинуть инициативы по улучшению городского облика. На встречу пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» — Ирину Беляеву, Юлию Юшкову, Валентина Герасимова, Евгения Иноземцева и Алексея Федорова. Мы приехали сюда в коллектив, чтобы обсудить, как вопросы, которые волнуют наших жителей, это, естественно, транспортное обслуживание наших химчан, так и услышали в ответ инициативы от самих специалистов. Это и водители автобусов, это и руководящий состав. Сотрудники компании рассказали активистам, что стараются следить за реализацией социально значимых инициатив и голосуют за них на сайте HIJ-Online. Также они выдвинули ряд своих предложений. Большая часть инициатив касалась безопасности дорожного движения и благоустройства проезжих частей в городе. На самом деле сегодня были очень практичные предложения, например, по переносу остановочных павильонов для того, чтобы сделать более комфортное движение на узких улицах, например, на улице Лавочкина, улице Мечетина. Также было предложение по организации парковки на стадионе имени Анфисы Резцовой. На сегодняшний день химчане выдвинули более 2000 социально значимых инициатив, которые направлены на улучшение качества жизни в городском округе.